Всем привет! Меня зовут Бриджит, я из Америки, я учу русский язык, я в Санкт-Петербурге. Сегодня воскресенье, и я иду в метро. Сегодня у нас экскурсия через мою школу Эдука, и мы поедем в Пушкин. Я очень устала, я мало спала вчера ночью, потому что мы были в баре. Мы все будем встречаться у станции метро Капучино, я думаю, называется. А это тоже видео? Да. Привет, привет! Я вижу очередь. Я думаю, что она сказала, что есть комната с зеркалом или комната с стеклом. I wasn't paying attention. Здесь красивые виды и разные philosophers. Она только что сказала это слово. Филология. Не знаю. Ты кто? Окей. Сейчас у нас облаки. Я могу видеть. Очень жарко. Каждый день я смотрю на погоду, в приложении погоды. Каждый день там написано, будет дождь идет сегодня. Но это неправда. Мы сейчас немного гуляем, и потом потом мы пообедаем в городе Пушкин. Я хочу русскую девочку. Там написано Пушкину, это даже не поддержка, потому что это для него. Каму, подарок, да. Памятник Каму. Александру Сергеевичу Пушкину. Каждый раз, что я снимаю, чтобы показать вам, как выглядит, как школа выглядит, еще закрыт. Ну, почти. Летать. Да. Где лететь, где летать? Плавать, да. Какой тяжелый у вас. Все выше и выше. Вести, это какая разница? Что это? Это руками, может быть? Да, не руками, а за руку. Я сейчас на Невском проспекте, и я иду в музей Фаберже. Я в музее Фаберже, рюкзак перед собой. Я очень рада, потому что я только что задала несколько вопросов мужчине, который здесь работает, и он сказал, что я очень хорошо говорю по-русски. Здесь обедаю одна,
и наблюдаю в окно, как люди идут. Я сейчас в музее гигиены. Как всегда, эти тапочки, чтобы ходить в музей. Это собака Павлова. Павлова. Я об этом знаю, это очень интересно, это неожиданно. Окей, сейчас я иду в Peter and Paul Fortress, не знаю, как это по-русски. Я люблю здесь просто гулять. И огромное спасибо снова LinguaTrip. Я здесь благодаря LinguaTrip. Если вы не знаете, LinguaTrip, они предлагают много сервисов, чтобы помогать вам учить язык, тот язык, который вы учите. Я сейчас перейду мост, и в одном месте в интернете я увидела, что Peter and Paul Fortress закрывается в 7, но в другом месте там написано 4. Так что я надеюсь, что он открыт, но мы узнаем вместе. Я дошла до собора, и они открыты. Собор открыт. Сейчас в ресторане пряности и радости, и я делаю домашнее задание. Глаголы движения нужно использовать. Я на Невском проспекте, на пути в школу, и мы сегодня будем продолжать говорить о глаголах движений. Следующее. Вошла в комнату. То есть вот здесь у меня граница. Я из одного места в другое место. Это войти. Так Бриджит пишет у нас по-русски. Извините, скажите, пожалуйста, как мне попасть в банк? Как вам попасть в банк? О, это очень просто. Откуда вы пойдете? Почему не вы идете? Where are you coming from? А здесь нет у вас места, откуда? Я могу стоять на улице. И он спрашивает, откуда вы пойдете, откуда вы начнете ваше движение. Так что он не знает, что я в здании. Да, просто в здании, откуда? На улице, да. И опять, когда я говорю, откуда вы пойдете, мы помним, что префикс по это всегда начало движения. Пройдите университет. Пройдите. Наш бизнес-ланч было хорошо. В интернете я посмотрела, что здесь, в Санкт-Петербурге, есть музей смерти, но я только что там была, я была в месте, где написано, что этот музей находится, и его не было. И я очень disappointed. Thank you.
Окей, сейчас дождь идет. Привет, это типичная погода здесь в Питере, говорят. Поездка на лодке была весела. И я мне очень нравится, что через школу можно делать так много экскурсий. Это очень весело. Я только что купила воду. И да. Сегодня мой последний день в этой школе. И я попросила дать мне глаголы, потому что я их мало знаю. Как hit, throw, punch, jump. Что происходит? Сейчас осень. Сейчас листья начнут падать с деревьев. Каждую осень листья падают. Девушка, у вас упало... Поднимите. Ну, я могу сказать просто, девушка, у вас упало что-то. А, спасибо, спасибо. И она подняла. Поднимайте бумажку. Пытаюсь отнять. Отдай мне, пожалуйста, мою куртку, не трогай. Особенно дети любят это делать. Это моя игрушка, нет, это моя. Отдай мне ее сюда. Мама! Обычно, когда в метро час пик, человек может стоять, и у него, да, портфель или еще что-то, он стоит и толкается. Я могу сказать, пожалуйста, не толкайте меня или толкаться, не толкайтесь. А в будущем он... Я толкну? Я толкну в будущем? Да, я тебя сейчас толкну. Толкну. Нет. Сертификат? Окей. Okay. Я сейчас получаю сертификат. Окей. Окей. Я вас поздравляю. Я думаю, о Квинтемиле есть куда расти. Совершенству нет. Уже намного хорошо, намного лучше, да. Держите. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Ты большая молодец, как я вам уже сказала. Продолжайте. Привет. Самого чая с вареньем, печеньем, пряниками и сухарями. Ты когда-нибудь попробовал самовар, чай из самовара? Да, на даче. На даче? Да. Все говорят, на даче есть самовары, но... Да. So this is... No, you... Here is just hot water. Chai samovar. How do I say it tastes like all other tea? Точно такой же, как остальные чаи. Yeah. Бум! Я правильно сказала. With help. И пряник. Пряник? Пряник. Пряник. It's like hard. Пряник. Yeah. Пряник. Каждый город, в котором я бываю, в других странах, то, что я обожаю, это просто сидеть, пить кофе и просто думать. Но хочу сказать, что я очень рада здесь быть, и хочу сказать снова спасибо LingvaTrip за то, что вы мне помогли. Я думаю, что мой русский стал лучше, я думаю, этому я не уверена. К сожалению, завтра я улетаю. Но я лечу в Москву, и это будет круто.